Певица активно готовится к Валентинову дню, уже завтра почти во всем мире будут праздновать 14 февраля, День всех влюбленных. И хотя в России к этому празднику относятся весьма неоднозначно, многие пары с удовольствием устраивают романтические свидания именно в этот день. 36-летняя Анна Седокова пока что не может похвастать тем, что у нее есть любимый мужчина, однако певица все равно окружена поклонниками. Более того, артистка активно готовится к празднику. Накануне Анна выложила в свой микроблог ролик, в котором показала, как она выполняет физические упражнения. По словам Седоковой, после того, как в сети ее в пух и прах раскритиковали за лишний вес, она решила плотно взяться за свою фигуру и начала усиленно заниматься спортом. До Дня Святого Валентина осталось совсем ничего, но если причина не в тебе, а во мне, нужно смело отправляться в зал качать попу. И полезно, и парни оценят, отметила Анна и рассказала, какие упражнения она делает. После Седокова призналась, что ей всегда было тяжело похудеть, так как она совершенно не умеет сидеть на диетах. Певица обожает вкусно поесть и с трудом может отказаться от выпечки и сладкого, но ради цели она готова попробовать начать правильно питаться.